Отличная атмосфера на Колизеуме Альфонсо Пикассо. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. На комментаторских позициях все без изменений. Сегодня для вас работают Георгий Черданцев и отличный футболист в недалеком прошлом Константин Генич. Юнайтед против Футбол Френдс. Очень ждем начала игры. На бумаге расклады перед этой игрой были фантастическими. Посмотрим, как это будет на поле. Джерард. Ребров. Можно играть дальше, считает арбитр. Очень опасно, может быть. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Джерард. Атаку держит мяч, ждут свой шанс. Защита первая на мяче, вынос. Аут. Не самая удачная игра головой. Где же удар? Тут ничего опасного. Вратарь тоже так решил и поэтому был максимально спокоен. Играют они в пас. Подача на дальнюю штангу. Вратарь все-таки первая оказывается на этом мяче. Чуть посильнее бы подать, и все было бы иначе. Ребров. Нет, здесь был офсайд, слишком рано сделан рывок. Мяч переходит в другой команде. Перехват. Джера. Катают они мяч. Вот это да! Отлично сыграно. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Будут вбрасывать мяч из-за бокования. Мяч за лицевой, будет удар от ворот. Джерард. А сейчас нервы соперников. Долгая перепасовка перед самой штрафной. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Пошел вперед Юнайтед. Мяч за боковую уходит. Без мяча соперник. Хороший отбор. Отлично защитник играет. Джерард. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Мяч покинул пределы поля. Аут. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности.
Ребров. Отлично сыграно, может быть опасно. Спасает он свою команду, рискуя заработать пенальти. Молодец. Перехвачен пас. Жера. Ребров. Друзья, смотреть передачу назад. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Боковой поднимает флажок. Слишком рано пошел пас. Вроде все здорово они сделали, но да, поторопились с передачей. Нужно внимательнее следить за линией офсайда. Дальше мяч не идет. Перехват. Футбол Фрэнс идет в атаку. Разрядил он обстановку сейчас. И пас перехвачен. Судья добавляет одну минуту. И бьет! Сейв, но атака продолжается. Гол! Мяч находит дорогу в ворота. Идеальный удар. Еще раз смотрим этот гол. Да, здесь ошибается. Голкипер не фиксирует мяч после первого удара и со вторым уже не справляется. Все-таки надежнее надо играть на последнем рубеже. Заканчивается первый тайм 1-0. Ну что ж, умудрилась команда гостей испортить хозяевам настроение. И теперь на трибунах гробовая тишина. 15 минут будут ждать болельщики. Что там... Второй тайм начался, и Football Friends после первой половины матча ведут в счете. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. И как он дальше мячом распорядится? И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Вперед пошел Юнайтед. И на этом атака завершается. Ребров. Джеро. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Немного точности не хватило этой передачи, мяч уходит в аут. Нет, не дошел этот пас до... Бить можно и забивать! И это момент! Гол!
Посмотрим еще раз. Забитый мяч. Удар получился очень мощным и точным. Шансов у вратаря тут не было. Команда сегодня забивает много. Уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Есть у него с кем сыграть в атаке. Этот парень делает свой очередной вынос мяча в сегодняшнем матче. Тут может что-то получиться. Очень хорошо играет вратарь. Да, там был поднят флажок бокового арбитра, но голкипер едва ли мог это видеть и доиграл эпизод до конца. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. По владению Football Friends сейчас впереди. Очень стараются они это делать, понимая, что пока у них мяч, соперник ничего не сможет сделать и не сможет сравнять счет. Но, конечно, ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Всегда есть вероятность получить контратаку по такой игре. Юнайтед с мячом и есть место на фланге. Судья не дал свисток сразу, но поскольку атака закончилась без опасного момента, будет штрафной. Катают они мяч на своей половине поля. Ну, было бы весело, если бы они его потеряли и побегали бы за ним. Навес напрашивается. Ходит мяч у них. Отдает он передачу. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Но не получается как-то развить этот эпизод. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Это аут. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Ничего не получится. Пас перехвачен. Можно подавать сейчас. Джерард. И мяч перехвачен. Такой удар еще нужно сопроводить криком. Вышли! И как он дальше мячом распорядится? Ставит корпус, не расстается с мячом. Мяч у вратаря, все в порядке. Руни. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Мяч потерян. Очень грубо ошибся вратарь. Но получилось у него взять этот удар. Молодец, что спас. Да, пропусти они сейчас, и собраться было бы в дальнейшем им очень непросто. Опасно тут может получиться. Какое спасение! Очень здорово играет голкипер. Невероятная реакция. Мяч летит в центр штрафной. И ничего опасного здесь. Хороший шанс у команды застать соперника врасплох. А ведь как все хорошо начиналось, но в итоге мяч практически подарили сопернику.
Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. 3 минуты до конца основного времени. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Очень опасно могло быть. Подача, мяч летит в штрафную. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Такой подкат, а, как из учебника. Ну что, еще одна победа и еще один шаг.